Давайте сначала по игре. Не было такого, что россияне давили всю игру. В принципе, у вас было много контроля мяча и вот эти выпады в контратаках, наверное, и установили окончательный счет. Что вы для начала скажете по игре? По игре, я думаю, полное преимущество было сборной России во владении мячом. В первом тайме мы еще огрызались, на ком-то были контратаки, голевые моменты создавали, реализация подвела. Думаю, это волнение. Первый международный турнир для ребят. Второй тайм мы полностью произвели замены, игру не усилили, сыграли слабо. Ну, будем надеяться, в следующей игре уже сыграем лучше. Ну и теперь по ощущениям от начала турнира вы сюда приехали. Погода нам, в принципе, повезло. Минск всегда гостеприимный. Какие у вас первые ощущения? Вообще город понравился, люди гостеприимные, хорошо встретили. Вообще здесь нравится. И по турниру тоже отличный турнир. Спасибо за приглашение на такой турнир. Для нас это большой опыт для ребят. Ну и для нас, тренеров, тоже это хороший международный опыт.